на то, что у нас не полный зал, но самые дорогие люди. И прежде чем начать читать стихи, я должен немножечко вести вас в историю этого концерта. История у него долгая, ей 15 лет. 15 лет тому назад мы задумали этот концерт, когда впервые с Павлом Ильичком мы встретились в Нью-Йорке. Случайно. Потом была долгая-долгая жизнь, несколько лет. Были интересные программы, созданные на нью-йоркских концертных площадках. Потом жизнь нас разлучила, потому что Паша уехал опять в Европу, я остался в Америке. И кто бы мог подумать, что спустя еще несколько лет после того, как мы расстались, жизнь моя сделает такой зигзаг, что я начну очень часто приезжать в Эстонию. И окажусь здесь, в Таллине. И встречу в Нарве прекрасный коллектив Сеню, Светлану Ефимову, с которой и с ней, и со Светой, и с этим коллективом мы сделали в Нарве больше 8 программ, это уже была 9-я программа за 4 года. Потом я познакомился с Леной, говорю, Лена познакомила меня с Линой, Лина познакомилась с Леоной, потом оказалась Леона, знакомилась с Пашей, и все завязалось в какой-то один невообразимый узел. И когда мы замышляли этот концерт, мы не знали, что звезды станут в таком порядке, что все мы вдруг окажемся в одном месте в один час, хотя мы, конечно же, прилагали к этому усилия. И Бог услышал наши молитвы, свершилось. Сколько раз я призывал Павла из Берлина, но не так просто это все сделать. И вот, наконец, сегодняшний наш бал поэтов. Программа, которую я играю на самом деле по всему миру, и идею эту мне подарил Мардухович, наш нью-йоркский поэт. Он написал замечательные стихотворения. Расступитесь, президенты, короли, подъезжает за каретую карета, и выходит чуть сощурившись от света, коронованные вечностью поэты, ведь сегодня бал. Бал поэтов всей земли, на балу средь поэтических вершин, и к поэзии душою прирастая, нам откроется вдруг истина простая. Бал поэзии, бал поэзии, бал поэзии, бал собственной души. На извозчиках снов и преданий возвращаются снова в наш дом, наши души, устав от скитаний, нас самих узнавая с трудом. Так бегите навстречу каретам и стелите ковры на полы. Так редки возвращения эти, как, быть может, поэтов полы. И подумают, что слышится лишь им этот бал проведен в старинном стиле, чтоб потом, свои садясь в автомобили, мы решили или... Или погибнем, или душу воскресим. Бал поэзии, бал поэзии, бал поэзии, бал собственной души. Сегодня у нас будет бал собственной души. И в каждом городе, в каждой стране, куда бы я ни приехал, этот бал видоизменяется. Потому что я обязательно включаю в свою программу тех людей, которые живут в этом городе. И вот сегодня у нас будут замечательные музыканты, которые придали особенную форму, которой не было ни в одной другой стране и ни в одном другом городе. Потому что только с Пашей мы сделали этот репертуар в таком виде, в котором он будет звучать сегодня здесь и сейчас. Только со Светланой мы делали такие номера, которые сегодня здесь прозвучат. И Леона влилась в нашу композицию, просто как будто она была рождена для этой программы. Поэтому, дорогие друзья, давайте поприветствуем еще раз наших участников. Павел Ильич.